юбилеи принято поздравлять, награждать. Слово предоставляется начальнику управления культуры и молодежной политики администрации города Усману Абдуловичу Зюнову. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, сегодня очень приятно находиться на юбилейном концерте самого народного коллектива, который действительно делает так, чтобы мы не забывали свои истоки, потому что все приходящее, а музыка, особенно народная, она вечна. Поэтому я вас всех поздравляю с вашим юбилеем, желаю вам здоровья, успехов во всем, так, чтобы на ваших концертах было вот примерно так же, еще больше людей, которые ценят, уважают вас, не только вас, но и вашу музыку. Большое вам спасибо за то, что вы делаете. Мы как сказала уже Светлана Ивановна, что юбилею дарят подарки. Ну, подарки, наверное, мы попозже подарим. Я обещаю, что 29 числа музыкальная школа получит подарки. Может быть, не коллектив, но музыкальные получат подарки. Пока я не говорю, какие, но они будут. Обязательно. А вот Министерство национальной политики Удмуртской республики награждает ансамбль народных инструментов детской школы искусств номер 1 города Глазова за большой вклад в реализацию государственной национальной политики Удмуртской республики, развитие, пропаганду национального творчества и укрепление межнационального мира и согласия. Министр национальной политики Завалин Владимир Николаевич. И вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья и успехов, чтобы те невзгоды, которые были в этом году, остались здесь, а в Новый год мы пошли только с чистыми, с нормальными, и чтобы все наши желания исполнились. Продолжаем наш концерт. Через 4 дня мы попрощаемся со старым годом. И сегодня, в преддверии этого прекрасного праздника, новогоднее поздравление от ансамбля. На Юнкин, новогодняя увертюра.